У нас сейчас идет, так скажем, летние дожди, ливни, грозы. Хочу поделиться с вами шепотками. К примеру, если вы будете стоять у окна и будете видеть, как стекает такая вода, вы говорите: «Как вода небесная со стекла стекает, так все зло с меня сойдет. С небесной водой в землю уйдет, моих врагов найдет. Вон!» Или если вы попали под дождь, не расстраивайтесь. Вы можете провести чистку. Раскройте руки и говорите: «Вода небесная по мне течет, все болезни, порчи да хвори заберет. Все болезни, порчи да хвори с меня сходят, в землю уходят, моих врагов находят. Вон!» И так можете говорить от 3 до 9 раз.